Доброй ранницы. В эфире информационная программа «Репортер» у студии Маргарита Шибукова. Надзвичайний повномоцний посол Республіки Киргизстан у Білорусі Кубанишбек Амуралію лічить необхідним активізацію гандлєво-економічних відносин з Гомельською областю. Таку заяву дипломат зробив під час зустрічі зі старшиною облвиконкома Володимиром Дворником. Найбільш активне гандлєво-економічне співпрацьовництво між нашим регіоном і Республікою Киргизстан прийшлося на 2013 год, коли взаємний товарооборот перевисив 11,5 мільйонів доларів. Летось гэта лічба змішалася удвоя, а за 9 месяцев этого года у Вогули склала усяго 1,5 миллиона долларов. На думку надзвичайнага і паўнамоцнага посла Кыргызстана, после уступления этой краины у Евразийский экономический союз, ситуация начала поляпшаться. У приватности по час визиту дипломат ознайомился с линейкой сельскохозяйственных машин акционерного товариства «Гомсельмаш». Апраша поставок машин на сустрэчу у облвыканкаме абмеркаваны таксама і некаторыя іншыя пытанні далейшага супрацоўніцтва. З Кыргызстана савецкае время і потом поставлялся, например, качественные семена люцерны, свеклы и так далее. В этом направлении мы будем дальше сотрудничать. Ну, в то же время мы на перспективу сейчас договорились обменяться делегациями, которые уже, сами знаете, бизнес, они сами, когда встретятся, они сами договорятся уже, где им и в каких условиях им надо работать. Починаючи з гэтага месяца, на Гомельшині будуць праводзіцца паглыбленыя рэйды па праверцы выканання санітарных патрабаванняў на аб'ектах аграпрамысловага комплексу. Іх вынікі стануць падставай для абмеркавання на пасяджэннях выканаўчых камітэтаў. Нягледзячы на прымаемыя меры, сітуацыя ў галіне ўсё яшчэ застаецца неадназначнай. У гэтым пераканаўся наш корэспандэнт Олег Сінцюроў. Для проведения этого рейда Речицкий район набрали не выпадково. При ожидании, зрозумело, порушений можно найти и тут, але на фоне некоторых інших регионов его можно лечить навод показальным. Увогуле, сегодня супрацовники Центра гигиены и эпидемиологии добро ведают ситуацию на каждом объекте и имкнутся тримать ситуацию под контролем и навод складе список самых несприятных господарок. Вообще у нас, если смотреть из более 260 объектов сельского хозяйства, 85 мы взяли на особый контроль ввиду несоответствия по многим параметрам санитарно-эпидемиологическому законодательству. И первое, в первую очередь, конечно же, при проведении надзорных мероприятий уделяем и будем уделять внимание именно этим субъектам. Есть питание и до умов працы на тех же мехдворах. Выники проверок свечать. Практически каждое третье сельгаспредприемство в области игноруя необходимость штогодового вытворчего лабораторного контролю, узровень шуму и забруживающих речевого у поветря. Для некоторых керовников лучше заплатить штраф, чем контролировать гэтыя паказчыкі і рэальна клапаціцца аб здароўі сваіх работнікаў. Цяпер гэтаму пытанню таксама нададуць больш увагі. Они не хотят, потому что, конечно же, это стоит денег, естественно. Да. Но минимальная периодичность проведения этих исследований – это один раз в год. То есть хотя бы один раз в год должны обследоваться те рабочие места, работники которых имеют контакт с вредными производственными факторами. Удельники рейдовых групп погаджаются, для реализации усіх потребований у полном объеме часом сапраўды потребны немаленькие суммы. Але калі займаться пытаннями створения належных умов для работников постоянно им это накеравано, финансовые складающие оказываются не такими уже и великими. У гэтым, например, упэўніліся у калгасе 50 год Кастрычника Речицкого района. Основная колькость вытворчых будинков у сельгаспредприемствах побудована еще в советские часы. Але при жаданні нормальные умовы для работы и отпочинку можно створить и тут. Хвалевая печка, телевизор и навод кветки. Не люкс, зразумела, а для вытворчего помешкания больше и не потребно. Захование и выкрастание минеральных удобрений и сродков оховой рослин, забруживание питной воды отходами из живелогадовчих комплексов, за обеспечение работников спецотделением. Рейдовые группы будут текавить все пытания, связанные с выполнением санитарных потребований. При этом отказность будут нести не только господарки у Вогули. По великим рахунку, накладенные на их штрафные санкции, могут отмовным чином отбиться на самих же работниках. Магчыма больш эфектыўна прыцягваць да адказнасці непасрэдна кіраўнікоў. Это обсуждается тема буквально на каждой планерке в понедельник. На кого составляются протоколы? На ответственных лиц. На ответственных лиц. Если это руководитель, то это руководитель сам допустил такие упущения, то есть не привел в порядок сельхозпредприятия.
Ну, так у нас работа поставлена в районе. Олег Сентеров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Речицкий район. 85-годовый юбилей сегодня означает Институт лесу Национальной академии наук Беларуси. Головной подеей урочистости станет международная конференция. Как шакается у делу конференции, примут ученые из Беларуси, России, Украины, Польши, Латвии и Литвы. На протягу двух дней они будут обмениваться напрацовками и обмярковывать шляхи инновационного развития лесной господарки. При этом размова идет одночасово об нескольких приоритетных накерунках. От лесной радиоэкологии и биоэнергетики до развития экотуризма и поляўнішай господарки. Немаловажное значение мают так само генетичные доследования, пионером яких на постсоветской просторы можно лишить размешанный у Гомеля Институт лесу. Есть контракты, есть договора о творческом содружестве. Так что стажировки взаимные где-то проходим. Мы много их стажируем. Звыш 50 миллиардов рублей выдаткавалі сёлета на реконструкцию объектов Гомельского палацово-паркового ансамблю. Адрамантаваны киевский спуск, побудована новая набережная ракі Сож, открытый Белецкий мост, завершается реставрация оглядной вежи. Про то, какие еще изменения ждут Гомельский парк, репортаж Марины Северьяновой. Довгочаканное открытие оглядной вежи отбудется уже в этом месяце. Покуль же для жихаров, гостей города и даже для представников прессы уваход заборонены. Нашей здымочной бригаде пошансовало. Мы первые и единые, кто отримал дозвол трапить внутрь. 7 годов вежа, былая труба цукрового завода князев Паскевичев, была закрыта для наведвальников. И шли реставрационные работы. Ранее же этот объект был одним из самых любимых сярод туристов. Керавництво палацово-паркового ансамбля спадзяецца, что так будет и далее. Тем больше, что у вежи з'явилось осветление, а на верхней пляцовце установить подзорные трубы. Побач заглядной вежей усім вядомы зимовый сад. Так само, до речи, будинок цукрового завода. Хутка и он закрыется на реставрацию. Тут есть древы, посаджены еще самим князем Паскевичем, и шмат эксклюзивных рослин. Тому ремонтные работы будут проводить вельми бережливо, каб не пошкодить ни одной из их. Мы хотим, чтобы при устройство архитектурного сооружения все-таки не нарушилось зеленое там все насаждение, потому что получить зимний сад как бы с нуля, мы еще будем 100 лет ждать, пока там что-то вырастет. Хутка почнется реконструкция каплицы княжецкой семьи. На стадии завершения реставрация похавальни. Все ремонтные работы ведутся строго по проекте. Але история нечакана унесла свои коррективы у запланованный выгляд с будованием. В архиве мы нашли новые данные, что на кровле усыпальницы был устроен подзор позолоченный. До этого в проекте этого не было. Поэтому мы внесли изменения в проект, заказчик принял это, и поэтому этот подзор будет установлен уже в этом году. Отметным стал и киевский спуск. Окромя прихожей арки указальника, з'явился и ковалок старожитной кладки с клинкерной цеглы. Менавіта ею был упрыгожены брусчатый спуск при княжине Паскевичеву. Кладку изнайшли выпадково при проведении ремонтных работ и вырашили покинуть частку дороги у першапачатковым выгляде. Побач разместили информационный стенд с историчной доведкой. Марина Северьянова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Областный семинар для выкладчиков технического и математического профилю прошел у Гомеле. Это подрыхтовчий этап молодежного конкурса «Техноинтеллект». Работа 4 секций от технического моделирования до астрономии закликана обеспечить информационное и методичное сопровождение педагогов. С подробностями Катерина Сапельникова. Семинар собрал у Гомеля педагогов, которые будут заниматься подрыхтовкой молоди до областного конкурса «Техноинтеллект». Обмерковать новые темы, найти идеи, а главное – обдумать, как повысить выники удельников – основные цели встречи выкладчиков ВНУ. Науковое споборництво пройдет у 2 этапы. Спочатку удельники будут вырешать физические задачи, а после презентовать свои уластные распрацовки. Перед нами стоят серьезные задачи, и хочется задачить педагогов, чтобы они были настроены на очень серьезную работу. Все лето конкурс отбудется у 17 раз. До речи, у минулым, хоть и Гомельская область стала абсолютным переможцем у республиканском этапе техноинтеллекта. Сярод уникальных проектов, представленных юными удельниками, акустичные системы, спектрофотометры, инкубаторы и многое иншее. Металлодетекторы парнишка привозят много вот этих металлодетекторов, металлоискателей. То есть, причем со своими идеями, именно, со своими решениями. У минулый раз 150 подлетков вырашили выпробовать на областном конкурсе свои техничные здольности. До речи, уже сегодня принимаются заявки на удел у наступном техноинтеллекте, який запланованы на студень. Катерина Сапельникова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».
І на гэтым пакуль усё. За развіццём падзей сачыце па наших выпусках. А я з вами развітваюся. До побачення.